И вновь в эфире капитал-шоу «Поле чудес». Вторая тройка. Александра Валерьевна Шерина, город Кемерово. Андрей Иванович Евсючения, Беларусь, деревня Нижнее Черниково. И Евгения Александровна Киселева, Ивановская область, поселок Палех. Ну что, Андрей Иванович, традиция неизменна. Спасибо. А, приучили. Спасибо. Давай, Александр Владимирович, крути барабан. Вот задание на второй тур. Как на Руси называли сказочный дух в виде девушки или старухи, который заставлял работающих в поле отдыхать в жаркое время? 1000 очков на барабане, буква А. Откройте! Вы закончили Кемеровский институт культуры, да? Все совершенно верно. Я из города Кемерово. Я занимаюсь изготовлением фольклорных музыкальных инструментов, а в университете культуры я как раз училась на них играть. Подарки в студию. Я умею играть на калюке, свирели, окарине, жилейке, рубель, трещотке, барабанка. Это все очень редкие, но русские национальные инструменты. И сегодня я бы хотела и вас научить играть на них. И вас. Спасибо. Это, по сути, просто трубочка, на которой есть свисток. Когда мы дуем сильнее, звук будет повышаться. Когда мы дуем слабее, звук понижается. Попробуйте. Верно. Замечательно, я вам. Спасибо. Так, ну давайте с самого простого пока. Как цокающая лошадка. Закрыли, открыли, закрыли. Попробуйте. Здорово. Хотите, на трех покажу? Ну-ка. Повторите. Прокатываем, ударяем. Нет? Спасибо. Трещотки. Ну, на этих-то вы уже точно сыграете. Держите. Так, ручки закрыли, открыли. Да. Здорово. Супер. Спасибо. Пожалуйста. Ну, замечательно. Сектор приз на барабане. Поиграем. 2000 очков. Буква В. Ах. Андрей Иванович, ну, рассказывайте. Вы... Я приехал из Белоруссии с гостинцами, с пустыми руками белорусы. Здорово, земляк. Вы откуда? Барановичи. Барановичский район. Барановичи, конечно. Прошу гостинцы в студию. И были, и пролетали над вами не раз. Ну, иконка – это духовный центр Белоруссии, Жировичский монастырь. Отец Дмитрий со словами «Пусть хранит и оберегая» передаю вам поле чудес. Значит, картина – это моя сестра написала ей эту картину. Кривошеева Жанна тоже с благодарностью вам. Мед, швагер Володя Кривошеев. Каравай, Коля, Алла, Машонские, тоже от чистого сердца, с любовью, с Белоруссии. Ну, это упряжь, которую я сам роблю, сам шию. Вы шорник? Я шорник. Это ваша работа? Да, это моя работа. Я, кроме этого, еще делаю сани и вазы, чисто деревянные. Сколько времени это, надо, чтобы... Это, ну, пошить такую уздечку день. А праздничная, например, какая-нибудь? Праздничная – это до месяца. Если пошить... праздничную, красивую, упряжь, на это уходит, ну, недели три. Сектор приз на барабане. Ну, давайте приз. Приз в студию. Семья большая, каждый раз забываю спросить. Два сына, две невестки, жена. Всем в Беларусь, в Россию, кто меня знает, всем огромный большущий привет из поля чудес.
Андрей Иванович, хочу обезопасить себя и вас от того, чтобы не попортили нам настроение. А тут ведь сунуть могут что угодно. Каждый раз я это говорю, и каждый раз народ сомневается, что я прав. И что там на раз придется, понятия не имею. Уже что будет, то будет. Не, но я к чему говорю? Мы с вами мужики, поэтому вполне возможно вы мне предложите, или я вам хотите, предложу какую-нибудь компенсацию за эту глупость, которая здесь лежит, например. Ну, например, дам я вам, скажем, 30 тысяч, вы купите своим чего-нибудь хорошенькое, и мы расстанемся добрыми знакомыми. А так сейчас открыть, а вам это не надо, и я расстроюсь ужасно, поскольку я вообще к этому отношения не имею. А так все-таки 35 тысяч, это как-никак можно что-нибудь купить. Хотя я не знаю, сколько получает шорник. Может, а шорник больше... это я один. Я что пошил, что продал, то и... Ну, сколько стоит вот это вот все, что вы привезли? На белорусские, если на белорусские, это 300 рублей. А на русские тогда сколько? А, бог его знает. Поэтому я вот, вы 35 тысяч российских, для меня это тоже как-то... Ну? Я не знаю, что это за сумма. Ну, это такая сумма такая. Неплохая эта сумма. Да, это чуть больше 30 и чуть меньше 40. Угу. Ну, бог его. И мы это не открываем. И все. И чего? И зачем? Чего нервничать-то? Ну, да. Ну, если подумать, согласитесь, все-таки 40 тысяч – это деньги, а открыть сейчас и все, и ах. И тащить через границу, зачем, это неизвестно. Это правильно. Но... Давайте лучше 40 тысяч. Уверены? Ну, бог с ним. То есть вы берете 40 тысяч и отказываетесь от того, что лежит в этом ящике? Отказываюсь. Бог с ним. А если там, не дай бог, ну, чего-нибудь такое, что можно не просто через границу перелететь, может, на это можно переехать? А, ну то меняет дело. Не, же меняет, я предполагаю. Я не знаю, я не знаю, как, во-первых, вы двигаетесь через границу, может, на поезде, а то, может, и пешком. Хотя с этим легко через любую границу можно перейти. Легко, я так думаю. Хотя не знаю. Не, давайте 40... тысяч. То есть вы... Не будем мы границу волновать. Нет, они не... Я думаю, что они даже волноваться не будут. Не будут? Нет. Ну... Не, я к чему говорю? Сейчас вынесут 40 тысяч, я потом это открою. Ну, давайте приз, бог с ним. Уверены? Я докладывал, я дал информацию. Я вас ведь не уговаривал, правда? Нет. Чтобы не было, потому что он у меня уговорили, я это взял, и все, да, а потом, а 40 тысяч меня, это же все-таки из бюджета, будь здоров, чего. Давайте так, я вам дам все-таки подумать, смех смехом, но дело такое. Приз. Все. И значит, деньги не выносить. Давайте приз. Уверены? Уверен. Я боюсь открывать. Нет, для вас-то радость, а для меня... Ну, для вас не знаю. Все, крайний раз. Вы отказываетесь. Говорите, я отказываюсь от 40 тысяч. Я отказываюсь от 40 тысяч. И беру... Беру приз. Можем вам спросить? На секунду отвернуться. Все. Ну... Я же сказал, что и вы, и пограничники, и все будут рады втроем. Ну-с, Евгения Александровна, вы из поселка Палех, и, как я разумею, вы мастерица по росписи. Я художник лаковой миниатюры. Кто научил? Я из поколения художников. Моя бабушка была художницей лаковой миниатюры. Подарок в студию! Да. Наш директор Александр Гусаковский дарит вам подарок, наш новогодний шар. На шаре изображен портрет Юрия Гагарина. 350 очков, буква. Так, буква Е. Эх, милый друг. Вперед. Я приехала с Дмитрием Ивасишиным. Когда мне позвонили и пригласили на поле чудес, у нас организовался с ним быстро ансамбль. Хотя мы уже год думали собраться, и спасибо за это приглашение, мы наконец собрались. С Димой мы учились в университете культуры вместе и тоже всегда думали о концертах. Да, Дима, пожалуйста, помоги, и мы сыграем для вас музыкальный номер. Thank you.
Ну, браво! Тысяча очков на барабане, буква «Д». Откройте! Задание помните? Ну-кси. Как назвали на Руси сказочного духа? Так. Девушку-старуху, которая заставляла работающих в поле отдыхать. Когда? В жаркое время. А что это значит? Подумайте. 350 очков. Е. Одну минуточку. Нет. Я еще раз настоятельно рекомендую вам вслушаться в задание. Дух, который разрешал, мягко скажем, работающим в поле отдыхать в жаркое время. 600 очков. Нет. Как вы все же невнимательны. Что же у вас такое рассеянное воображение? Еще раз. Дух, который разрешал, даже бы по-современному говоря, рекомендовал работающим в поле отдыхать в жаркое время. 800 очков. О. Откройте. Потому что на самом деле, ну, можно утром выйти в поле, конечно, наработать. А потом опять передохнул. И тогда опять начал работать уже до темна. 600 очков. Буква «Л». Откройте. Ну вот, пошло дело. Ну, вы уже представляете себе, что это за время? Ну, примерно, ну, да. Ну да, а я про что говорю? Так тоже работать-то это же, не дай бог. «П». 1000 очков. Откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Надо самой открыть? Конечно. Оу. Что? Есть. Есть, замечательно. 350 очков, буква «У». Откройте. Ну, понятно уже, более-менее. Понятно, но не... Конечно, конечно, потому что произношение... Можно я, пользуясь случаем, позову к себе брата, который приехал со мной? Без его бы поддержки, Колин, без его бы поддержки я бы здесь не стояла. Мы хотели вместе передать... Здравствуйте. Привет наш... Ну, говори ты. Я передаю привет своим родителям, маме и папе. Мы их очень любим, ценим, уважаем. И огромный привет нашей всей большой-большой семье, нашим сестрам, братьям, теперь уже племянникам, внучатым племянникам. Всем огромный привет. И спасибо, Коля, что я здесь стою. Все. Ой, прям. Ой, еще забыла. Давай. От старшей сестры. Вы для нее легенда, она прям так и написала. И 30 лет она смотрела вашу, прям посчитала. 30 лет она смотрела вашу передачу каждую неделю и очень просила вас крепко-крепко обнять. Вы хотите, чтобы вы или Коля? Я. Лучше вы. Спасибо. 350 очков, буква «Н». Откройте. Так. Ох. Ох. Ох, почти рядом. 350 очков. «Ц». Откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам вновь право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Правая. Ну? Правая. Ну? Открыла. Ну? Забрала. И. Спасибо. 350 очков. Буква. Полудница. Букву назовите. И. Откройте. Слово целиком. Полудница. И перед нами второй финалист капитал-шоу «Поле чудес». От капитал-шоу «Поле чудес» от телекомпании «ВИД». От Первого канала подарки второй тройки игроков в студию. Ну и традиционно, кто играл до финала, не выжил, эти кружечки завидуйте. Больше их нет ни у кого. Я впервые вообще на телевидении, и, конечно, на «Поле чудес». Для меня это праздник, что вы пригласили меня. И это была огромная возможность приехать с теми инструментами, которые мы делаем, показать всему миру. Спасибо огромное. И спасибо за победу, наверное, Богу. Я, конечно, не ожидала. И за все призы спасибо огромное. И вновь в эфире капитан шоу «Поле чудес». Финал. Вот задание на финал. В русском фольклоре обязательной принадлежностью колдунов и ведьм были особые помощники. Черти, бесенята, хикиморы, ну и другие.
как их называли сами колдуны. Очень забавное название. 1000 очков, буква... Начнем с буквы А. Ах, ах. Чертенята, бесенята, всякие разные, кикиморы. 550 очков. Ж. Нет. Как вы, художник, отсутствуете в реальном мире. А реальный мир, он иногда вмешивается в ваше воображение. Вы угадали три буквы. Не обратили на это внимания. Три угаданные буквы, ах, дают вам право на две шкатулки в студию. Yes. 750 очков, буква. Буква О. Откройте. Пока крутится барабан, по традиции, мы вскрываем одно письмо с просьбой. Наталья Никулина, поселок Алексеевка, Саратовская область. Здравствуйте, моя бабушка Чернева Мария Дмитриевна в возрасте 99 лет, а 14.09 будет ей 100 лет. Было, значит. Она ветеран Великой Отечественной войны. Ой, весь поселок просит, пожалуйста, Леонид Аркадьевич, поздравьте ее с телеэкрана со столетним юбилеем и что-нибудь подарите ей к этому замечательному празднику. 100 лет человеку, ветеран Великой Отечественной войны. Ах, Наташа, спасибо вам огромное за письмо, дорогая Марья Дмитриевна. Конечно, конечно, мы все, и Поле чудес, и телекомпания «Вид», и Первый канал поздравляем вас со столетним юбилеем. Фантастическая дата. Примите от нас этот скромный подарок к вашему празднику. Подарок в студию. Вот этот телевизор мы отправляем вам. Дай вам Бог, дай вам Бог многих добрых лет жизни. 600 очков, буква И. Откройте. Черти, бесенята, вокруг колдунов прям их много. 450 очков. Буква К. Откройте. Три правильно угаданные буквы. Опять дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Ноль. Ну, не каждый же раз. Те очки умножаются на два. Буква Р. Откройте. Ну, вообще безумно забавно. 450 очков. Буква. Буква Н. Н? Да. Откройте. Кикиморы. Всякие там. Ну, в общем, если ви, помните? Угу. 1000 очков на барабане. Буква Ч. Да. Ну, вот мы, горцы, только можем спасти положение. Это особый подарок. Горцы никогда не снимали папаху. Вы, наверное, помните нашего артиста всемирного Эсамбаева. Он даже на заседании Думы не снимал папаху. Так что носите его и снимайте только в удобное время. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. 750 очков. Буква П. Я даже не предлагаю вам включить воображение, потому что никакого воображения не хватит, чтобы придумать себе это слово. Я ахнул. 500 очков, не буду скрывать. Ха. Вот художники. Художники могут что-то там еще как-то помочь нам выбраться из этого туннеля. Буква Д. Буква чего? Д. Дмитрий? Да. Откройте. Во. Ни об чем не говорит. Совершенно ни об чем не говорит. Не понимаю даже, откуда это слово взялось. 400 очков. Буква У. Откройте. О, здрасте. Я хочу сказать слово. Что вы говорите? Ну? Сотрудник. И перед нами победитель! Капитан шоу «Поле чудес» победитель! О, сотрудник!